Уважаемые депутаты, администрация Балаковского муниципального района предлагает рассмотреть вопрос о передаче и осуществлении полномочий по решению вопросов места назначения органов местного самоуправления Балаковского муниципального района, органов местного самоуправления муниципального образования города Балаково, Балаковского муниципального района в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного назначения и границах населенных пунктов Наталинского муниципального образования Балаковского муниципального района за исключением зимнего содержания автомобильных дорог местного назначения, куда входит механизированная снегоочистка и расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, содержание водопропускных труб, строительство уличной дорожной сети. Финансирование предлагается за счет межбюджетных трансфертов Балаковского муниципального района. Основанием служит у нас статья 15, часть 4 об общих принципах местного самоуправления. Также положительное заключение контролирующих органов имеется. Балаковский муниципальный район передает городу Балаково оставшиеся полномочия в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог населенных пунктов Наталинского муниципального района, которые не переданы органам местного самоуправления Наталинского муниципального образования. Вопросы есть, Павел Степанович? Можно уточнить? Пожалуйста. Дороги располагаются в Наталинском муниципальном районе. Мы их передаем в район с последующей передачей в город. А в связи с чем такой вопрос вообще возник? Ну, в связи с тем, что сейчас у Наталина работы, наверное, много, потому что он работает по национальным проектам, порядка 47 миллионов рублей. И тем самым мы сейчас говорим, в частности, о содержании дорог, где необходимо провести конкурс, аукционы, естественно, следить за данной работой. Поэтому в будущем мы видим о том, что этим будем заниматься комбинат управления дорожного хозяйства, который своевременно проведет конкурс и начнет работать в данном направлении. В этом году у нас задача стоит до апреля месяца все конкурсы провести, в мае-июне закончить все работы. Обеспечение дорожными знаками дорог в селе Наталье, поселок, это за кем остается? В данном случае сейчас будет заниматься условно управление дорожного хозяйства.